Говорит, кто не приходили страховаться, все говорят, что очень тяжело. Жару сосуды переносят плохо. И в конце концов, вот эта жара все-таки нам дала дождик. Я заметила, что всегда жара за собой несет грозу. Сегодня решила зайти и сделать прямой эфир и прямо показать вам, какая погода сейчас. Смотрю, такая интересная тучка. Сейчас покажу. Я ее приближу. Так. Такая интересная, как морской конник. Морской конник. Вот такая тучки. Присоединяйтесь ко мне. Чат у нас работает. Пишите в чате свои комментарии, будем общаться. Эта погода, вот эта жара, она всегда переносится тяжело теми, у кого есть какие-нибудь проблемы сосудистые. И да, я вот сегодня со своей мигренью мучилась. Правда, молодежь говорит, что это не мигрень. Есть такая пословица: сытый богатому, сытый голодному не верит. Поэтому проблема отцов и детей всегда существовала и существует. Дети не могут понять родителей. Родителям хочется, чтобы их любили. Но оказывается, у них совсем другое мышление. Читала как-то книгу. Один поэт сказал, сказано это было еще в 18 веке. Книга писалась. Он говорит, маленькие дети вначале любят детей, а взрослые дети их судят, обсуждают. Такая погода, и нахлынули, и вспомнили всякие выславливания мудрых людей. Вот эта тучка, которую, где я вам показывала, сейчас я ее поверну, она стала большим морским конем, маленький морской конник. Вот. Вернула назад, потому что когда добавляю, интернет пропадает. Вот такая погода. 5-10 минут прошел дождик. Сейчас опять солнышко на небе. Непонятно, какие тучки принесли этот дождик. Небо чистое.